Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками. Йоган Морец Угендас. Немецкий художник, представитель седьмого поколения семьи, славившийся своими художественными заслугами. Правнук знаменитого баталиста Георга Филиппа Угендаса. Известность принесли картины, правдиво изображающие быт Южной Америки, в том числе индейцев Бразилии. Я цитирую Википедию. Родился 29 марта 1802 года в городе Аугсбург. Сначала обучался искусству у своего отца, через несколько лет принял участие как иллюстратор в бразильской экспедиции барона Лансдорф. После конфликта с Лансдорфом вернулся в Европу, где в Париже познакомился с Александром фон Гумбольдтом, на которого произвели впечатление серии посвященных Бразилии картин и рисунков Угендаса, и который на длительное время стал другом и покровителем художника. При содействии Гумбольдта Угендас опубликовал книгу под названием «Живописное путешествие в Бразилии», которая содержала около 100 его литографий. Обучался в Италии. В 1831 году предпринял поездку в Америку на собственные средства. Провел 3 года в Мексике. Из Мексики направился в Чили, где странствовал в течение 8 лет. Занимался изучением местной культуры и этнографии. Предпринял решение посетить юг континента. Серьезно заинтересовался культурой индейцев. Занимался зарисовкой местного населения. Оставил подробные записи о местной культуре и образе жизни. В 1847 году посетил Перу, Аргентину, Уругвай, Бразилию. В марте того же года прибыл в Англию. В Париже Угендас безуспешно пытался продать свои произведения, но неожиданно на его картины обратил внимание король Баварии Людвиг I, который приобрел работу Угендаса, посвященную американскому континенту, в количестве 3353 единицы. Это масляные эскизы, акварели, карандашные зарисовки и так далее. Приобрел в обмен на ежегодную ренту. По ходатайству Гумбольдта король Пруссии Фридрих Вильгельм IV пожаловал ему орден Красного Орла 3 класса. Особенность работы Угендаса состояла в том, что он сначала выполнял детальный карандашный эскиз с примечаниями, касающимися дальнейшей раскраски, только затем делал эскиз маслом. Комбинируя этот рабочий материал, он выполнял более подробные эскизы маслом и, наконец, готовую масляную картину с прорисованными деталями. Любил писать пейзажи на пленэре и зарисовал множество различных ландшафтов. Ну вот и все, что мне удалось узнать о художнике Йогане Морице Угендасе, немецком художнике, представителе седьмого поколения семьи, славившейся своими художественными заслугами. Пока-пока, смотрим работу. До свидания.